В раннем возрасте ребенок вовсю знакомится с миром цвета и творчества. Очень важно ему предоставить максимальную свободу и показать, насколько безграничным может быть простор для креатива. Можно показать, что для рисования не обязательно использовать только кисточки и пальцы, а рисовать можно буквально всем на свете. Нужно лишь мыслить нестандартно, так, как это умеют дети. Сегодня мы не только разберем одну из методик арт-терапии – рисование пальцами и нестандартными материалами, но и создадим рисунок, вдохновляясь одной из картин знаменитого художника Ван Гога. Давайте посмотрим с вами, ребята, на картины великого художника. Вам нравятся они? Да. Да. Красивые. Что здесь изображено? Вот это, мне кажется, горят звезды. А тебе как кажется? Это солнышко. Солнышко. Я хотела вам рассказать, что эта картина называется «Звездная ночь». Винсент Ван Гог признан мастером цвета, ярого и бескомпромиссного. Для него цвет и цветовые сочетания – это возможность передать свои эмоции и ощущения. Именно цвет для дошкольников является основным признаком предмета. В своих ранних рисунках ребенок, рисуя зеленые пятна, подразумевает, что это трава, и форма для ребенка не столь важна, как цвет. Мы займемся так называемым свободным рисованием. Нам потребуются пальчиковые краски, обладающие густой гелевой структурой. Они после высыхания остаются сочного и яркого цвета. Картинка приобретает глянцевый блеск. Я вам дам воду. Мы будем пальчики макать в водичку, а после этого пускать в краску и попробуем порисовать на листе. Сейчас желтую размочим. Это мне нравится. Мне тоже очень нравится. А теперь макнем кусочек какого-нибудь овоща в краску и оставим на листе отпечаток. Можно отрывать, и у нас получится пятнышки. А можно ими рисовать и прямо на бумаге смешивать одну краску с другой. Например, желтую смешать с синей. Краски здорово смешиваются на бумаге. Их приятно трогать пальчиками. Давайте посмотрим, какие картины у нас получились. Получились палец и звезды, и луна это. Какая красивая луна, ты молодец. А у тебя что получилось, Лев? У меня просто море. Как море, да? Или как небо темное? Такое море. Очень красивое. Давай посмотрим. Твое море похоже на небо художника. Да. И на нем можно нарисовать звезды Стефана. Да. Давай? Давай. Давайте. Их можно делать круглыми, точечками, а можно кружочками. Давай вместе с тобой. Вот так вот растираем. Молодец. Лев, а чем тебе больше понравилось, рисовать овощами или пальцами? Пальцами. Мне тоже. А тебе, Стефан? Мне понравилось пальцами. Пальцами. Как вы думаете, похоже на картину художника? Нет. Не похоже? А что же у вас получилось? Что-то свое, да? Картина. Своя картина. Ребята, у вас очень красиво получилось. Вы большие молодцы и настоящие художники. Маленькие дети имеют очень нешаблонное мышление, которое необходимо поддержать и сохранить. Предлагая ребенку экспериментировать с разными материалами для рисования, цветами и сочетаниями. Так мы поддерживаем развитие его фантазии и творческих способностей.